Вообще. А, ну понятно. Ну давай, брат. Сегодня днем-то минус 4 будет, так что нормально. Это сейчас. А завтра 0 градусов вообще, обещаю. Ну да, я хоть понемножку семейными шагами, как говорится, сделать. Ну я так. Я же понемножку подкладываю. Там нельзя много зажигать. Там же может пламя из этой трубы вылетает. Так что потихонечку только подкладываю и все. А нету никаких. Я вот этот. Там железная труба была, еще стояла, вот где эта печка-то стояла внутри дома-то. А, она поуже. Я взял в эту вставил, которую с дырами, то внутрь ее вставил и нормально стало. То есть она не дымит сейчас в эти дыры. Да-да-да. А эту я попробовал оттестовываю, а она как раз по размеру этой трубы, которая из печки выходит. То есть она сверху не одевается. Он у меня стоит как раз-то посередине, так что нормально. Каждое утро я так вот балуюсь, а то мать гоняет его, тренирует. Вот минуты свободы нету, ну ночь спят, мышей ловят. Паля разыгралась. Думает, что делать. Внизу мать сидит. А там идет перекачка, я боюсь, что собьет она. Я взял ящик этот сюда, насадил на клавиатуру. С матерью играет.
Ей надо движение, а тут движения-то много нету. Какая бы опаля большая выросла так быстро. Ну ладно, хорошо, ну давайте на связь. Так, ты приготовься, сиди, не смотри, она сейчас побежит сюда. Сейчас я ее позову. Она не может сойти, сейчас как она на тебя прыгнет, ты только не дергайся. Паля, Паля, иди сюда, Паля. Вот так. Иди сюда, Паля, ко мне. Давай. На, это молоки рыбе, держи. Вот оно как, а тут... Рыбьи головы. Все.